Путину приглянулась идея сделать Сукха и Суперджетсу обрезание. Президент России Владимир Путин одобрил идею Минпромторга новой версии Сукха и Суперджетсу, ССЖ-100, и согласился выделить на проект 85 миллиардов рублей. Об этом Коммерсанту рассказали источники в авиаотрасли и в администрации президента. По данным газеты, 10 укороченных ССЖ-175 кресел вместо 95 готов заказать специальный летный отряд «Россия». Лайнером также заинтересовались в Минобороны, которые хотела бы заменить старый Ту-134. Гражданский заказ на 75 самолетов может сделать С-7. Коммерсант добавляет, что Минобороны и отряд «Россия» не могут закупать ССЖ-100 в стандартной комплектации из-за большого количества импортных деталей и сложностей с послепродажным обслуживанием. Гражданские самолеты Сухого, ГСС, объявили о создании укороченной версии ССЖ-100 в феврале. В ГСС Коммерсанту сказали, что новый лайнер выйдет на рынок, предположительно, в конце 2022-начале 2023 года. Источники газеты в авиаотрасли считают такой прогноз слишком оптимистичным. По мнению собеседников издания, на разработку документации и строительство опытных образцов уйдет не менее 8 лет. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.